В Люберцах прошел ежегодный фестиваль эрудитов. Это мероприятие, которое собирает на одной площадке одаренных детей и их наставников. Школьников, которые отличились своими успехами в этом учебном году, отметили грамотами и подарками. Конец учебного года – время подведения итогов и чествования умников и умниц. По результатам Всероссийской олимпиады школьников 14 детей из городского округа Люберцы стали победителями и призерами заключительного этапа. Более 300 заняли призовые места в регионе. Около 2500 успешно прошли муниципальные соревнования. За этот учебный год я 4 раза была на региональной олимпиаде, 2 раза по астрономии, 1 раз по физике. И еще раз на регионе была на научной конференции. Фестиваль эрудитов собрал в Центральном парке около 400 человек. Это руководители школы и гимназии городского округа, а также их лучшие ученики. То, что люберцы и образование городского округа всегда было на высоте, то, что в этом году, в юбилейный год, вы сделали свой результат, это, конечно, продолжение традиций образования, продолжение коллектива педагогов с большой историей. Я хочу пожелать вам, чтобы вот сегодняшнее признание было новым этапом, новым вашим желанием идти вперед. Это ваш труд. Конечно, вы в чем-то уже талантливые люди, но это труд, который вам позволил занять достойные места в этих соревновательных мероприятиях. Я сегодня хотел бы искренне пожелать вам дальнейших успехов, дальнейших побед. Наибольшее количество побед в олимпиаде, а также в различных конкурсах у 16-й гимназии. В этом учебном году в числе лучших оказались около 100 воспитанников флагманской школы. Мы побили собственный рекорд. В прошлом году у нас было 62 ребенка, в этом году у нас 96 ребят. Для меня это, во-первых, очень приятно, очень гордо. И я знаю, что наши педагоги и наши ребята, они с честью достойно несут звание гимназиста и учителя гимназии номер 16 с интересом. Ну, в этом году я могу сказать, что я отличился в олимпиадах по технологии. Я выступал на региональном этапе, стал призером. К сожалению, не хватило несколько баллов до заключительного, но в следующем году буду стараться. Участникам фестиваля вручили почетные грамоты и сладкие сувениры. Кроме торжественной части праздника, гостей ждала развлекательная программа. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.